«Выучи за минуту». Это шоу, где участники за 60 секунд должны выучить 4 строчки стихотворения. Поехали! Красавчик, нормально? Бәріне сәлем, менің атым Нұрай, жасым 21-де. Оқуымды бітіріп, қазір өзімнің сүйікті хоббиім. Давайте орысша. Меня зовут Мария, мне 18 лет, я актриса. Меня зовут Алина, мне 22 года. Я учусь в ЕНУ на магистратуре. Информатика. Меня зовут Даниэр, мне 25 лет, учился я в КазНУИ, факультет кино и ТВ. Я учился в городе Алматы, учился я в школе гимназии номер 5. Закончила университет по профессии психология, но работаю сейчас кондитером, то есть домашним. Находится в микрорайоне, знаешь, такая школа, обложенная гэнгста-гаражами. Школа, в этом году закончила школу в шестую, шестая гимназия. И работаю, совмещаю мастер маникюра в нейл-индустрии. Работаю также оператором, то и нет. Я сейчас опозорю просто своих учителей казахского, наверное. Получается, уже 4 года прошло. Заканчивала в Астане 30-ю школу, гимназию. Я закончил 7 лет назад. Заканчивала школу в Астане, номер школы 63. Я не уходил в колледж. Вот. Я был единственный с нашей тусы, кто не ушел в колледж. Поэтому школу я очень сильно люблю. Поэтому я даже сейчас, будучи где-то в других городах, в других странах, где я живу, я все равно приезжаю в Алматы. В принципе, была всегда хорошисткой. Концерты, мероприятия, конкурсы. Всячески себя проявляла, творчески. Любимый предмет, как таковых нет, как бы не разделялось. Да, я очень сильно люблю и по сей день я очень сильно историю Казахстана, всемирную историю, поскольку мои дедушки и бабушки были учителями. Да, это, наверное, скорее всего, литература, русский язык и английский. Физра. Русская литература. Английский, препод классная. В родных стенах школы подпитываю правильную энергию, какую-то положительную, какая-то такая честная. Мне любимых, это, наверное, химия и физика. Тот, на который я не с удовольствием ходила, так скажем, на котором я напрягалась. Это математика, геометрия, там вот такие предметы. Да, я вообще не люблю математику, короче, никогда не любил математику, что-то гуманитария, с первого класса. Петь я не пою, поэтому... Абай, все знают. Но есть также Брайл Назарин. Могу 2-3 строчки вот так пересказать. Кель баллар оқылық, оқығанға көңілге, класс пен тоқылық. Оқысандар баллар, шамнан шырақ жағылар. Іздеген бәрінен, сіздердің алдынан табылар. Я уже импровизация. Көзімнің қарасы. И то я, наверное, только 2 строчки помню. Көзімнің қарасы. Қанылының санасы әтпейді. Учитывая, что свой первый КВН я играл на казахском языке. Қаласам сникерс пен, қаласам твикс пен, менде тәті жоқ, 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 жоқ. У меня просто было очень много преподавателей по казахскому языку, они менялись каждый год. Да, Казгуль Саматовна. Но я помню вот последнего учителя, который 10-11 класс преподавал. Роза Алибековна, я вас до сих пор люблю. Я до сих пор слежу за вами в Инстаграме, и я надеюсь, у вас все хорошо. Айнур Апай, я все-таки говорю на казахском, да? Я все-таки стал человеком, да? Ладно, я шучу. Айнур Апай, рахмет вам большое, үлкен рахмет, шын жүректен. Думаю, что справлюсь. Можно типа как, а я за такие-то? Шучу. Халык Туискандыгы. Жамбыл Джабаев. Жамбыл Жабаев здесь невероятно отобразил боль. Халык Туискандыгы, Жамбыл Жабаев. Да, поехали.
Уже? Ой, ну... Можно я оставлю? Время? А бывало такое, что кто-то не смог получить? Все, да? Давай. Ну, давай. Тыңдаушым келіп, маған сендер сынды. Өткенде сендер маған. Тыңдаушым келіп, сендер сынды. Тыңдаушым өткен маған сендер сынғы. Боже мой, это неправильно. Часто так бывало, когда там на концерте толкнуть сценарий там на 2 секунды, все отдать, усуметь, это на уверенность. Тыңдаушым келіп, маған сендер сынды. Жырла деп сұрадында өткен күнді. Тыңдаушым келіп, сендер сынды. Тыңдаушым келіп, маған сендер сынды. Өткенде сұрадындар күйді мұңды. Я люблю импровизировать. Өткенде домбыра. Вы меня будете мучить, пока я его полностью не расскажу. Тыңдаушым келіп, маған сендер сынды. Жырлау деп сұрадында өткен күнді. Өткенде домбырамында күйлеп еттім. Қозғада ол үн ұрынына қайға мұнды. Өткенде там домбырамында күйлеп едім. Қызғады ол үн орында қайғы мұнды. Жырла деп сұраңдар өткен күнді. Өткенде домбырамды қалай күйлеп едім. Она не сказала. Қозғалды ол үн орнына қайғыр мұнды. Қозғанды ол үн орнына қайға мұнды. Было очень даже сложно, в принципе, будто бы попала в первый класс. Минута прошла очень быстро. Я думала, ну, по секунд 15 на строчку мне хватит. Да сложно, конечно, когда тут смотрят на тебя. Было очень интересно. Сложно, потому что особо не знаю язык, и стараюсь учить его. Благодаря таким музыкантам современности, лидерам мнений, блогерам, творческим людям, именно они несут вот этот флагман, умение правильно делать казахский язык модным. И он становится модным, он будет модным, он есть модный. Я в это верю. Не все молодые люди знают казахский язык, даже не понимают, но это, мне кажется, не страшно. Самое главное — это поддерживать их, не смеяться, если они там будут ошибаться. И, кстати говоря, сейчас читаю Бажылы. Конечно, казахский нужно изучать, особенно если ты живешь в Казахстане, потому что это наш национальный язык. Ну, казахский, безусловно, надо учить, потому что мы живем в среде, где нужно разговаривать, нужно понимать людей. Впечатление очень хорошее. На самом деле каждый должен знать свой родной язык. И мне кажется, должны помогать те, кто знают, тем, кто не знает. Да, вы, конечно, прикольные пацаны. Вообще, это здорово, что такие есть проекты, есть такие программы. Поэтому я сегодня здесь, и я всегда буду поддерживать все, что связано с образованием. Я буду там. Қарак сөздері Абай Құнанбаевтың. Они такие знаменитые, что аж в мире на несколько языков перевели, его все читают, изучают. Я считаю, что нужно чтить историю и язык народов и страны, в которой ты живешь. Поэтому казахский нужно учить, нужно дружить со всеми народами. Наша страна очень многонациональная. Как бы язык — это часть нашей культуры. Всем пока. Смотрите этот выпуск. Всем большой рахмет. Гордитесь тем, что мы живем на нашей земле. У нас есть свой язык, поэтому учим его, кайфуем, наслаждаемся процессом и гордо несем наш флагман. Азату Бекен, энергия космоса. Пуф! Хе-хе.